Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. 72 голуби, бумажные магнолии, свечи памяти и бессмертный полк, который все растет. В Сочи масштабно отметили День Победы. 1400 метров в честь Великой Победы. Эстафета, где не было проигравших, прошла по центральным улицам курорта. Сфотографироваться с главным трофеем и талисманом турнира, а еще выиграть билеты на матчи. В Сочи развернулся парк Кубка Конфедерации. Развитие инфраструктуры для тренировок продолжится. Министр спорта встретился в Сочи с четырьмя российскими сборными. День, когда был спасен мир. День Победы накануне отметили во всем мире. В краевой столице он начался с возложения венков и гирлянд к монументам героев и участников Великой Отечественной войны. Рано утром в сквере имени Жукова собрались ветераны, школьники, представители военного гарнизона и просто жители города. Участники войны вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым возложили цветы к бюсту полководца, а после отправились на площадь памяти героев к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Глава региона, председатель ЗСК, митрополит поклонились советским солдатам и офицерам, погибшим в годы Великой Отечественной, и почтили их память минутой молчания. Люди шли нескончаемым потоком к вечному огню, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся из боя. А по площади торжественным маршем, чеканя шаг, маршировали курсанты кубанских военных учебных заведений и казаки. От вечного огня колонна отправилась на Всесвятское кладбище. Рядом с главой региона ветераны. Вместе они возложили цветы к могиле героев Советского Союза, братьев Игнатовых, и к памятнику воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. С каждым годом ветеранов войны становится все меньше живых свидетелей истории. Сегодня в Краснодарском крае их осталось чуть больше 8 тысяч человек. Сказывается возраст и старые раны. Но несмотря ни на что, каждый год 9 мая они в строю. Так же, как и 72 года назад. Ну а после на Театральной площади в Краснодаре в честь годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск. Участие в нем приняли больше 2000 военнослужащих. Но открывали праздничный парад сами участники и ветераны Великой Отечественной. Подробнее наши краснодарские коллеги. За кулисами краснодарского парада – живая аллея славы. В прошедших войну полуторках и ЗИСах герои Великой Отечественной, как 72 года назад, сидят с осанкой победителей. Они готовятся возглавить торжественное прохождение войск на главной площади Краснодара. У каждого за спиной своя история победы. 383-я стрелковая дивизия, 694-й стрелковый полк. И вот стрелок-автоматчик. Мне было всего 17 лет. Сначала была минером, Краснодар освобождала. 24 мне еще не было. Я в разведке была, в разведке. И я вспоминаю некоторые моменты. Как они меня, немцы, вот я видела, вот он идет. А я в кустах, худая была, маленькая. И пусть самым младшим ветеранам, пришедшим на парад уже 90, они пытаются держать равнение на Знамя Победы. На Театральной площади сегодня развивается штурмовой флаг 150-й Идрицкой дивизии. Тот, который над поверженным Рейхстагом в 45-м водрузили советские бойцы Егоров и Кантария. Враг превосходил нас в численности, в оружии. Но у них не было понимания, что у нас есть непобедимая сила воли, духа, непокоряемый характер и безграничная любовь к родине. Эта любовь, эта готовность отдать жизнь за свой народ и есть патриотизм. И сегодня быть патриотом значит быть россиянином. Дорогие ветераны, память о вашем героизме остается священной для нашего народа. Весь край сегодня пройдет одним большим бессмертным полком, связывающим воедино поколения ушедших героев и тех, кто с гордостью несет их портреты. Для нас на все времена ничто не забыто и никто не забыт. С днем
великой победы. После того, как собравшиеся стоя приветствовали героев Великой Отечественной, на площадь вступает взвод барабанщиц из Краснодарского университета МВД. У девушек одна из самых сложных задач. Еще попробуй так маршировать на каблуках и одновременно выбивать ритм. В торжественном прохождении войск участие приняли больше 2000 человек. Моряки, десантники, летчики, бойцы Национальной гвардии, казаки, кадеты военных училищ. В центре Краснодара ни одного свободного пятачка. Изюминка праздника, конечно, дефиле боевых машин. 27 единиц военной техники сотрясают театральную площадь Краснодара. Это бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», «Тайфун», а также ракетный комплекс «Искандер». Многотонные машины наглядно демонстрируют готовность к обороне границ нашей Родины. Ракетный комплекс «Искандер» в обычном снаряжении предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. Вся техника действующая и стоит на вооружении в воинских частях Краснодарского края. О таком оружии нашим дедам и прадедам даже мечтать не приходилось. В бронированном вездеходе «Тигр» экипаж не пострадает, если автомобиль подорвут 2 килограммами тротила. Ракетный комплекс «Искандер» может уничтожить любой объект в радиусе 500 километров с точностью 2 метра. Но глядя в глаза стариков, понимаешь, это всего лишь железо. Залогом победы советского народа над фашизмом стали несгибаемый характер и стальная воля. Под Киевом там отбивал атаку с батальоном, и меня ранило, и меня увезли в госпиталь. Я лечился в Сталинграде, вылечили нормально. Все, а потом снова на фронт. Ветераны пришли сегодня на театральную площадь уже с правнуками. И пусть некоторые пока даже не понимают об их подвиге, но спустя время будут помнить о нем всю жизнь. Смотри, деду, какие деды медали. Майор она, да? Младший лейтенант. Надо майора. Поздоровайся, Маша. Привет. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши прадеды боевые ордена. Нельзя даже, наверное, как-то поблагодарить и оценить. Просто мы постараемся сделать все, чтобы этот подвиг не был забыт. И чтобы они всегда помнили. Они всегда будут живы. Подобные слова от подрастающего поколения и есть главное доказательство того, что поколение победителей сражалось и отдавало свои жизни не зря. Александр Иванченко, Денис Перес, Денис Москаленко, Денис Акулов, Кубань-24, Краснодар. В Сочи также масштабно отметили День Победы. Во всех районах прошли массовые мероприятия. Они состоялись практически возле всех монументов, мемориалов и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне и солдатам, которые не вернулись домой. Хроника памятных мероприятий в нашем следующем сюжете. Праздновать День Победы в Сочи по традиции начали 8 числа. У застывших в камне медиков, которые во время Великой Отечественной вели свою войну за жизни солдат, собрались ветераны, врачи и медсестры, студенты и школьники. Сочи оставил свой след в истории, на 4 года став городом-госпиталем. Здесь, в перепрофилированных 111 санаториях, в строй вернули более 500 000 солдат. А после войны Сочи, как главный город-госпиталь страны, был удостоен ордена Великой Отечественной первой степени. Я минометчик, я был на переднем крае линии. Мы всегда медиков чувствовали рядом с собой. Это были самые дорогие для нас люди. Медики – это были необходимые наши друзья, особенно на переднем крае фронта. К памятнику «Подвиг во имя жизни» в знак уважения к подвигу врачей и медсестер возложили цветы и венки. Подобные митинги прошли во всех районах Сочи. Возле памятников, посвященных войне, а их в городе более 200. Вот, например, мероприятие возле монумента солдату-сочинцу в Комсомольском сквере, установленному здесь 2 года назад в честь сочинцев, которые воевали на полях Великой Отечественной. К памятнику возложили цветы, а в небо выпустили 72 белых шара в форме птиц по числу лет, которые мы живем под мирным небом. Минутой молчания почтили память сочинцев, не вернувшихся с войны, на мероприятии, которое провели на центральном городском кладбище. Здесь установлен памятник павшим воинам. Здесь же захоронены десятки героев войны. Много эмоций.
очень много. Переполняют эмоции, не можем даже объяснить этого. Да. То, что испытывали наши деды, воевали за нас. Можем этого. Чувствуем гордость за свою страну. 8 мая был отмечен еще одним памятным событием. В Сочи появилась стена граффити с изображением маэстро. Героя фильма «В бой идут одни старики». Портрет Леонида Быкова теперь украшает стену пятиэтажки на улице Чайковского. Авторы, уже известные сочинцам по своим стрит-арт-работам, художники из Витебска Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. У нас появилось желание сделать подарок городу к такому великому празднику. И персонаж был выбран не случайно. Это скорее выбор наших поклонников и тех, кто следит за нашим творчеством. Это личность, которую просили нарисовать уже давно. На создание этого масштабного произведения ушло 2 недели и более 100 килограммов краски. Кстати, всеми необходимыми материалами обеспечила мэрия. В городе Сочи проживало более 60 героев Советского Союза, наших жителей. И если, например, к следующему 9 мая у нас появится 60 портретов живущих проживающих в нашем городе жителей, героев Советского Союза, это будет большой вклад в военно-патриотическое воспитание наших молодежи и жителей. Свои мероприятия для сочинцев подготовили и городские парки. В Ривьере, например, развернули полевую кухню с горячей кашей и провели концерт для ветеранов с участием творческих коллективов курорта. А еще здесь открылась квест-комната «База 1941». Стилизованный под военную тематику вагончик включает в себя целый набор загадок на тему Великой Отечественной. Это смесь головоломок и заданий в стиле Форта Боярд. Тематика военная, 41 год, сделали максимально атмосферу такую, да, чтобы человек мог почувствовать, что он находится попадает в то время, в 41 год, и что там происходит. Безусловно, главные мероприятия в честь Дня Победы прошли в Сочи 9 мая. Несмотря на дождь, который, кстати, как по заказу, закончился ровно в 9 утра, к мемориалу в завокзальном районе пришли сотни сочинцев, и у каждого своя трагическая история. У меня лично дед погиб, отец был раненый очень под Москвой. Он прошел войну, потом окончил войну на Дальнем Востоке, на войне с японцами. Так что это наша память, и мы должны, конечно, хранить и беречь. Я жила под Москвой как раз. У нас был тыл, мы между Воронежем и Москвой. Вот много раненых было, у нас санкция большая, разъезд бомбили раненых, ухаживали за ранеными. Мы их брали домой, дома они у нас, мы их, как говорится, поднимали, и опять они уезжали на фронт. И вот работали. Мне было 11 лет, когда война началась. Родина осталась наша, и все в порядке. А пришла сюда для того, чтобы вспомнить тех, кто погиб, и тех, кто вернулся. Из Сочи на фронт ушел каждый третий житель. 5000 человек не вернулись домой. К 9 мая школьники изготовили 18 700 магнолий по числу сочинцев, ушедших на фронт. Свою белую магнолию Победы получил каждый из ветеранов. Главные герои Победы и почетные гости митинга памяти. Сегодня наши воины, наши победители, труженики тыла, вдовы, наши участники боевых действий все делают для того, чтобы передать свой подвиг, свое воспитание подрастающему поколению. И спасибо им за это. Их здоровье, их долголетие сегодня нужно нашему подрастающему поколению, нашим внукам, нашим детям, для того, чтобы они могли вживую видеть победителей и гордиться этим. К вечному огню идет нескончаемый поток людей. Несут цветы и венки. Ветераны, военнослужащие, правоохранители и просто благодарные сочинцы. Всех возрастов идут целыми семьями.
Еще более масштабная акция «Бессмертный полк». Во всем крае в этой акции приняли участие 520 тысяч человек. В Краснодаре более 100 тысяч. «Бессмертный полк» на Театральной площади приветствовали губернатор края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Первышов. В ответ прозвучали поздравления. В колонии люди пели песни военных лет. С краснодарцами глава региона вместе с племянницей дошли до вечного огня и почтили память тех, кто не вернулся с войны. Ну а по всему Сочи в акции приняли участие около 70 тысяч сочинцев. Для сравнения, в прошлом году участников было на 30 тысяч меньше. По Курортному проспекту жители прошли целыми семьями, неся в руках фотографии своих близких, участников Великой Отечественной войны. Это дань памяти о них, просто-напросто. В первую очередь, чтобы дети наши теперь уже приучались к этому всему. Смотрели, видели, понимали. Мы хотим помнить и своим детям передать, чтобы они помнили то, что сделали наши деды. А уже поздно вечером в Сочи зажглись свечи памяти. Колонна прошла от Северного мола морского порта до Южного с зажженными свечами и лампадами в руках. В акции приняли участие сотни людей. Это дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Ну а завершилось празднование 9 мая в Сочи праздничным салютом. В небе над городом расцвели сотни огненных цветов в честь 72-й годовщины Великой Победы. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. День Победы отметили и в горно-туристическом центре «Газпром». Праздничная программа была рассчитана на несколько дней, но самые знаковые мероприятия прошли именно 9 мая на горном приюте «Психака». Духовой оркестр встречал гостей праздника Победы, решивших отдать дань памяти тем, кто в годы войны оборонял рубежи в горах Кавказа. В 1942 году эти красивейшие места стали ареной боев. Немало сил и жизни было отдано в сражениях за эти земли. Сегодня дети, внуки и правнуки героев с гордостью вспоминают о павших и выживших в те годы. Прям со слезами на глазах действительно прошли и в бессмертном полку, и приехали сюда отдать дань именно нашим родственникам, которые погибли за то, чтобы мы жили. То, что помним, это хорошо. То, что праздник делаем, это хорошо. Это для них и для будущего поколения. На горном приюте «Психака» в день празднования Победы развернули полевую кухню. Порцию каши могли попробовать не только гости курорта, но и жители Красной Поляны и города, которых здесь было немало. К слову, цена на подъем по канатным дорогам комплекса составляла всего 300 рублей. Для школьников – 150. Мы здесь потанцевали, повеселились. Вот. Каши поели. Атмосфера понравилась. Атмосфера, вот это веселье, вот эта гордость за то, что люди вот вспоминают вот эти дни. Днем Победы! Ура! Пока юные гости в крытых павильонах писали письма фронтовикам и создавали открытки, взрослые осматривали военную технику. Несколько боевых единиц зенитно-ракетного комплекса развернули прямо на площадке. Это праздник для всех радостный, потому что мы одержали победу в такой войне, которая принесла много страданий, и об этом нужно помнить всегда. Праздник этот еще связан с гордостью за наших предков, которые выстояли эти сложные моменты. В наших детях мы патриотизм воспитываем, что Россия самая великая страна. В праздничные дни, несмотря на капризы погоды, порядка 5000 человек посетили горный приют «Психака», который к тому же является и центром ряда пешеходных экскурсионных маршрутов. Их сезон уже начался. Рената Шипулина, Ирина Трусова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Специалисты сочинского филиала «Кубанинерго» ко Дню Победы провели масштабную акцию по благоустройству памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Субботники прошли во всех районах Сочи и Туапсе. Какой вклад внесли сочинские энергетики в дело сохранения памяти, расскажем в нашем следующем материале. Инициатива воплотить свою благодарность в реальных делах принадлежит самим сотрудникам сочинского филиала «Кубанинерго». Это скромная дань уважения героям, которые отдали за нас свою жизнь, говорят энергетики. Они взяли шество над мемориалами и захоронениями в разных районах Сочи и Туапсе. В их числе старое кладбище на Клубничной. Энергетики восстановили вот эту стелу. На ней имена воинов, умерших от ран в сочинских госпиталях. Были произведены работы по окраске стелы, был произведен покос травы, была вычищена вся сорная растительность возле могил, на территориях самих могил. Вот. Были произведена окраска оградок могил,
Вот. Также восстановлено покрытие тротуарное. Был убран весь мусор, который здесь скопился годами. Работами по благоустройству мемориалов специалисты сочинских электросетей занимались в течение апреля, в выходные дни и в свободное от служебных обязанностей время. В городе Сочи уже существует многолетняя традиция. В канун 9 мая приводятся все памятники, все обелиски, связанные с Великой Отечественной войной, порядок. На самом деле это великолепное начинание, великолепное почин и только приветствовать, только уважение. Акция по благоустройству памятников не является единичной. Бережное отношение к истории нашей страны, сохранение патриотических традиций – одна из главных составляющих социальной политики «Кубанинерго». В каждом районе города Сочи, в том числе, кстати, в Туапсинском районе, наше подразделение, районные электрические сети, вышли на субботники всем коллективам. Это наша такая маленькая дань воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Потому что за каждым памятником, за каждой табличкой стоят судьбы и семьи нашего народа. 2 года назад сочинские энергетики установили обелиск на месте расположения минометной батареи лейтенанта Николая Лимаренко на перевале Псяашка на высоте 2000 метров на одном из ключевых мест битвы за Кавказ. Кроме того, компания приняла активное участие в акции по увековечению памяти воина-энергетика Григория Некрасова, чьи останки были найдены в Карелии и захоронены в Сочи. К его могиле в День Победы энергетики возложили цветы. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Легкоатлетическая эстафета прошла в Сочи. Более 700 учащихся школ, среднеспециальных и высших учебных заведений города пробежали за победу. Такой забег прошел во всех муниципалитетах Краснодарского края. Основная идея проведения эстафеты не в том, чтобы выявить перспективных спортсменов, а почтить память участников Великой Отечественной и поблагодарить всех ветеранов за спасенную Родину. У каждого участника легкоатлетического забега есть свой герой. Прадед Ани Головковой служил в стрелковом полку и дошел до Берлина. Мой дедушка Пастухов Александр Николаевич, он награжден орденом Красной Звезды, он награжден орденом за освобождение Сталинграда и Севастополя. Я считаю, что передавать знания – это одна из тех главных черт человечества, потому что это история, и надо знать каждого своего, не только историю России, но и историю своей семьи, потому что из каждой семьи складывается весь народ. Такие же слова звучали в этот день от представителей мэрии и ветерана Великой Отечественной войны. Перед забегом всем участникам раздали специальные футболки с символикой 9 мая. Так как эта эстафета признана не выявить тех, кто быстрее и сильнее, а передать память, завоеванную 72 года назад. Это в первую очередь патриотическое настроение, это здоровый образ жизни, это дух, который у нас с каждым годом увеличивается. Мы заметно, наша страна становится сплоченней, и все беды нам уже нипочем. Эстафета прошла по Курортному проспекту с выходом на улицы Несебрская, Поярка и Новогинская. Завершился легкоатлетический пробег на площади у администрации города. Таким образом, каждый участник пробежал дистанцию в 1400 метров. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Сочинцы смогли сфотографироваться с главным трофеем и талисманом предстоящего футбольного турнира, а также выиграть билеты на матчи. 6 и 7 мая на площади Южного Мола работал парк Кубка Конфедерации. Вход и развлечения были бесплатны. О самых интересных моментах расскажет Татьяна Говоркова. Сочи по климату похож на Австралию. Так говорил знаменитый футболист Харри Кьюэлл во время прогулки по центральной улице курорта. Экс-форвард сборной Австралии приехал сюда не только познакомиться с достопримечательностями и спортивными достижениями столицы зимней Олимпиады, но и открыть парк Кубка Конфедерации. Первое впечатление от Сочи – это фантастический город. Теплый не только по погоде, но и по гостеприимству. Уверен, здесь все матчи Кубка Конфедерации пройдут на высоком уровне. Я буду болеть, естественно, за сборную Австралии. И надеюсь, что после выхода на сочинское поле игроки захотят провести здесь и отпуск. В свое время Харри Кьюэлл в составе сборной Австралии завоевал серебряную медаль на Кубке Конфедерации. Сейчас тренирует сборную игроков Австралии до 23 лет. Мечтает стать главным тренером основного клуба. Меткости Кьюэлла в эти выходные позавидовал и бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. Они попробовали забить пенальти рубакиперу.
Проявить свое мастерство в ведении мяча с препятствиями и в настольном футболе могли и гости парка. Для посетителей работали 8 станций. Принимая участие в каждой точке активности, участники получали специальные наклейки. Собрав флаги сильнейших футбольных стран мира, гости парка могли обменять их на приятные подарки с символикой Кубка Конфедерации. Здесь все очень понравилось. Хочу заработать вот этот рюкзачок. Нужно собрать все 8 наклеек. Если мне удастся, буду очень рада. Помимо активных развлечений, для посетителей работали и интересные фотозоны. Все желающие могли примерить на себя шапки болельщиков, сфотографироваться с талисманом Кубка Конфедерации предстоящего чемпионата мира по футболу «Волком Забивакой», а также попробовать дотянуться до главного трофея победителей турнира. А вот главный подарок для истинных поклонников футбола – возможность побывать на матчах любимых сборных. В родном городе Павла Чернова в Санкт-Петербурге тоже пройдут матчи Кубка Конфедерации. Это вообще сенсация для нашей страны, чтобы принимать такое футбольное мероприятие. Наша сборная играет как хозяйка. Я надеюсь на успешное выступление нашей команды. Ну и легенды приедут, там мировые, и даже Мексика, Германия, там Португалия, Криштиану к нам приедет. Мы его, надеюсь, обыграем все-таки. Парки с разницей в несколько дней открываются в каждом городе, принимающем матчи Кубка Конфедерации. Сочинский стадион «Фишт» этим летом примет 4 игры международного турнира из 16. По прогнозам специалистов, во время Кубка Конфедерации наш город посетят около 1 000 000 туристов. Принять всех курорт, как и всегда, готов. После проведения Олимпийских игр мы готовы к любому масштабному событийному мероприятию. Городская среда всегда, во все времена в городе поддерживается на самом высоком уровне. Всегда в городе цветы цветут, всегда хорошее настроение. Город очень гостеприимный. У нас улыбки на лицах наших жителей постоянными, поэтому наши волонтеры и их улыбки помнятся очень долго. Вот, люди тоже к этому готовы. Мы просто очень ждем. Поэтому я уверенно могу сказать, мы готовы на все 100%. Добро пожаловать в город Сочи на Кубок Конфедерации. Первый матч пройдет 19 июня. На сочинской арене сыграют сборные Австралии и Германии. 21 числа на поле выйдут игроки Новой Зеландии и Мексики. 25 июня на фиште встретятся сборные Германии и Камеруна. А 29 на сочинскую арену выйдут победители группового этапа. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Министр спорта России Павел Колобков встретился сегодня в Сочи со сборными, которые находятся на тренировках в Центре спортивной подготовки «Югспорт». Он не просто пообщался со спортсменами, а это в большинстве своем юниорские команды, но и пообещал расширять и улучшать тренировочную базу. Конечно, в первую очередь в поддержке министра спорта нуждаются наши легкоатлеты. Пропущенная Олимпиада влияет на их настроение. Сейчас в Сочи все они, в том числе и юниоры, находятся на тренировочных сборах. Павел Колобков ведет откровенный разговор со спортсменами. Говорит, опускать руки нельзя. Более того, обещает поработать в регионах, где отмечено снижение активности ребят в этом виде спорта. Ребята действительно сейчас видно, насколько им там тяжело, потому что уже по сути год они не участвуют в международных соревнованиях. Но я хочу сказать, что при этом все тренируются, показывают хорошие результаты. Вот, и мы надеемся, что в ближайшее все-таки время спортсмены будут допускаться до международных соревнований. Но совсем другое настроение у тяжелоатлетов. Им даже мало квадратных метров в центре «Югспорт». Старший тренер молодежной сборной Александр Венков говорит, неплохо, если бы зал был больше. Тогда здесь бы одновременно занимались сразу две сборные команды – женская и мужская. А мастер спорта международного класса сочинец Владислав Яркин рассказывает о созданной 6 лет назад в Сочи спортшколе по тяжелой атлетике. Правда, сейчас он все свое время отдает тренировкам младшего брата Вячеслава Яркина, который уже отметился серебром в Румынии на первенстве Европы по тяжелой атлетике. Мы готовимся к чемпионату мира по юниорам, который будет проходить в Японии уже месяца через полтора. Вот там команда поедет. Ну, надеемся провести только призовые места. Ну и неплохой тон задают вольники девушки-юниорки. Вольной борьбой многие из них занимаются по 5, 6 и 7 лет. Это спортсменки из Красноярска, Чебоксар, Чувашии, Дагестана, Краснодарского края. Через неделю они уже улетают в Турцию на соревнования.
Настрой боевой. Готовимся мы на международный турнир в Турции. Там очень хороший турнир, хорошие составы с других стран. Мы думаем, что наберем. И этот старт поможет нам подготовиться в будущем к первенству Европы. Общением со спортсменами министр спорта, в прошлом олимпийский чемпион по фехтованию, остался доволен. Даже взял в руки ракетку, когда встречался с командой юниоров по настольному теннису. Всем спортсменам он пообещал развитие спортивной и восстановительной базы в Сочи. Оно будет продолжено, тем более, что интерес к спорту со стороны молодежи огромен. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.